Brad Brothers. И сегодня мы продолжаем играть Mortal Kombat Mobile, башни Белого Лотоса, фатально, 160-я битва. Будем играть мы за Джонни, за хищную Мелину и за Тремора. Нахлобучиваем Рейдена, вызываем Мелину и будем пробовать бруталить. На нас сработало ослепление, но нам это не помешало воткнуть его головой вниз. Так, минус Мелину сразу что-то... После выхода Эрона пробиваем Джонником его по полной. А пока пробиваем и бьем помотнее. Не забываем, ставим лайки и пишем комментарии. Вам это ничего ж не стоит, а для меня приятно. Так, Тремором вызвали, короче, слабого бойца. В итоге, короче, добили меня до самого яйца. Так, нахлопываем Джонником Люкена. Так, надо... О, первый. Отлично, хорошо. Есть, привязочка сработала. И помотнее. Пошло нормально. Так, ага, все, отхилился, гадина. Ну, уже минус Рейден, уже приятно. Ну, сейчас мы навряд ли нахлобучиваем. Особого толка не будет. Сейчас он раз ударит, и все, мне хана. Первый. Хорошо. Сбросим. Еще первый давай. И отлично, поймали его на разножке. Хорошо, проатаковали. Первый. Хорошо. Хорошо идет. Угу, привязка, еще раз пробиваем. Первый. Ой, хорошо его поймали опять. Есть привязочка. Первый. Ну, пока все идет неплохо. Нахлобучиваем. Может, даже получится забруталить его тоже. Миленькой. Маленькой. Первый. Отлично. Привязочка. Интересно, до 25 его получится добить. 26%. Хорошо. О, все, можно уже бруталить. Пробуем проатаковываем. Первый. Ну да, вот он зриснул. Первый Эрон. Минус у него спецприем. Еще раз первый. Хорошо. Поймал. Первый. Ну, не успели. Бывает. Ну, минус один босс. И нахлобучили Люкену неплохо. Уже можно его, в принципе, и бруталить. Пробовать, если получится. Так, ну, в принципе, команда нормальная. У меня Джонни, Тремор, хищная Мелина. Тремором, если что, будем вызывать слабого бойца и гупать его. Так, вызываем Мелинку, оглушаем. Ну, нам Эрон Блэк помешал. Все, минус Мелинка. Первая Джонни. Отлично, еще раз пробили его. Бахаем первый, надо силу отнять. Блин, контратака, сейчас он меня хлобучит. Давай, наверное, Тремор. Бой. Сейчас на второй накопим, бахнем на второго. Если получит. Да, бахнули. Бахнул он нам второй. Все. Так, за Джонника первый. Национальный раз. Проатаковали. Еще раз первый. Да вас. Уже неплохо, еще раз надо. Сейчас она подойдет поближе и. Давай. Хорошо. Подходи. Так, отлично. 26%. Можно уже, в принципе, на бруталочку уводить. 20%. Так. Проатаковали. Заблочил, плохо. Так, атаковали. Первый. Добьет сейчас. Ну да, все, до свидания. Ну, короче, сейчас мы его ушатаем, я так понимаю. Если повезет. Все пойдет по плану.
атаковали, и Милиночка. Давай, родненькая, бруталь. Не просри, блядь, ну что ты? Первый. Отлично, хоть первый сработал. Бо он меня ушатал, да. Первый. Угу. Меняемся, тремором оглушаем. Проатаковали его. И бахаем второй. Может даже добьем. Да, добьем. Отлично. Импрессив. Ну что, любят друзья. Ну, такой был потный бой. Не забываем. Ставим лайкосик и пишем комментосик. А сейчас посмотрим, что нам упало. И упала нам синтай зла на второе слияние. Увеличивает вероятность наложить эффект бабочки. Увеличивает урон. Так, 28 вероятность наложить на противника метку смерти при входе владельца боя. 22% сопротивления отрицательным эффектом. Ну что, любимые друзья, с вами был Дарк. Как-то так. Всем пока. Your soul is mine.